Да. Ты хоть в школе так когда делаешь без людей, ладно? Я делаю с людьми. С людьми? С людьми. Пошли? С людьми там. Я в школе, когда все делаю. Уже выехала за Антохой. И у нас дождь. Лил такой дождь. У меня руки были все грязные. Мы еще щавель вязали. На обед я еще ничего не приготовила, но у меня есть два таких быстреньких супчика в пакетиках, в которых, ну, в общем, приеду, потом покажу, как буду их делать. Но уже пора за Антохой. Вот 11 часов, это, знаете, такое время ни туда, ни сюда. Я бы еще бы могла обед приготовить, но пора за ребенком. Когда будет 4 урока, ну, это не в первой четверти, то будет немного удобнее. Будем к 12 ездить. Посмотрим, как его готовить-то. Нужно добавить воды или бульона. Вот я буду это делать дальше. Вообще тут по инструкции написано, что просто в кипящую воду добавить этот пакетик и варить на медленном огне 25 минут под крышкой. И все, в составе чечевица, булгур, овощи сушеные, это лук и томаты. Я еще добавлю морковку и лук в любом случае. Так, со специей черный перец и куркума. Это, знаете, такое маленькое сочинение, чтобы учительница больше знала про учеников, про то, например, может быть, у кого-то физические какие-то особенности, кто-то очень стеснительный, кто-то наоборот гиперактивный. В общем, про все это написать, это просто для учителя. Еще сегодня собрание у Антохи, не знаю, вроде бы сижу, не пойдет, и там будет тест для родителей. Очень интересно, сижу, не будет его делать. Иду звать Антоху на футбол. Антоха, поехали на футбол. Пятница, сегодня футбол написали будет. Нет, сегодня на футбол еще. Зай, мы поговорим с папой, когда тебе идти на карате, хорошо? Александр, привет. Машина, бери, катайся. Ну, поехали. Пошли, оденемся. Носки. Антошка собрался. Сейчас только воды еще наберет, да, сына? Увидела. Да. Давай, иди. Сегодня все хорошо у тебя? Забрали из садика, Афоня. Ты что, там был самый последний в садике? Да. Один оставался, да? Да. С кем ты играл? Не с кем, вот один там один. А ты... тебя били дома. Да? Да. Это хорошо или плохо? Плохо. Плохо? Надо и тебя пораньше забирать, да? Нет, стой, не нужно. С этой залазь. Ой, не могу опять открыть машину. Открыла? Нет? У меня ключи заедают. Открыл? А, открыл. Все, Гришка нам открыл. Гриш, пропускай его туда. Проще было просто делать. Да? Мы едем, едем, едем в далекие края. Все могут сказать, что я уже до карате попал, но это иллюзия. Я просто физкультуру в этой футболке. А разве так можно? Мама! Можно! Мама,
не можно. Отстегнуться. Отстегнуться уже можно, да. Уже можно отстегнуться. Здесь уже полиция. Здесь уже на хутор. Ну, будем надеяться. Смотреть на небо, гляньте, там уже тучек нету. Да, сейчас Гриша на карате поехали. Мама, а когда мы не будем заниматься, я буду на карате ходить. Да? Да. Так решил? Ну, пока у нас не будет занятия. Да? А вон и папа, видишь? Папа, это ты рассказывай, ты же был на собрании. Да. Все хорошо? Тебе понравилось? Да, все хорошо. Все про Антоху сказали. А что он только начинает учиться? Что про него можно сказать? Да. Мы едем. Мы едем. Коля от нас уезжает. Я сейчас еду за Гришей. Так, мои тапочки, пожалуйста. А Конька провожать, или он собрался? Мы ж потом рельса выпьем. Я Зоя, Маргарита, где твоя кофта? В чем ты одета, Марго? Зоя.